Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Том. Сегодня в рамках рубрики «Мои Steam игры» на моем канале мы поиграем в Call of Duty Ghosts мультиплеер. Почему мультиплеер, почему не синглплеер? Ну, потому что в мультиплеере, по-моему, ну, будет немного интереснее рассказывать об игре, нежели я буду сейчас проходить какую-то миссию и так далее. Тем более, я эту игру, кстати, не прошел, надо будет перепройти. В общем, ладно, ребят, начнем. Играть, пожалуй, играйте в Call of Duty Ghosts по сети. Отряды, вымирания — это, видимо, режимы игры. Режим для выживания для совместной игры. Сразитесь против орды пришельцев. Создайте собственный отряд и вступайте в борьбу с отрядами других игроков со всего мира. Нет, пожалуй, мы просто... Пожалуй, мы все сделаем просто. Создать бойца. Нет, у меня есть боец. Найти игру. Стандарт, хардкор, стандарт. Strike Zone. Это что такое вообще? Ну, наверное, страйк... А, это типа сервер, что ли, такой? Потенциальных игр найдено. Так. Выйти из лобби. Ладно, выйдем из лобби. Что нам делать? Что тут делать? Я не знаю, ребят, что тут делать, потому что я, в принципе, не так много играл... Как дела у вашего клана? Что? У меня есть клан? Создать бойца. Пьера. Нет, вот он мой боец. Шикарный боец. Найти игру. Стандарт. Strike Zone. Это, видимо, это какой-то режим игры новый у них. Подмога, подавление, оружие. Найти, уничтожить. Командная мясорубка. Давайте командная мясорубка и все. Просто командная мясорубка, да, ребят? Так, создать бойца. Угу, выкладка 1. Все. Все нормально. Вроде как. А, вот еще друзья, которые играют, да, в Call of Duty Ghosts? Ну или... Нет, это просто список друзей. Они не играют в Call of Duty Ghosts. What the fuck, нифига себе. Зачем он выкинул оружие? Он выкинул нож, офигеть, вот это прикол. Итак, господа. Операции перков, казарма, списки лидеров, создать клан, извините меня, Томсик, ага. Играет как Пьера. Не найдено ни одной игры. Поиск доступных игр, не найдено ни одной игры. Посмотрите, извините меня, Томсик, чертов нуб. Ну да, я чертов нуб на самом деле в этой игре, потому что я в принципе в нее не играл так долго. Я в нее зашел пару раз и все. Я, блин... Я даже предзаказал эту игру, понимаете, ребят, но она меня так разочаровала на старте, она зависала, она не давала мне, чтобы я ее записал, то есть, ну она, не, блин, я не знаю, это просто очень плохое впечатление сразу, эта игра произвела на меня. Так, ладно, давайте еще раз найти игру, клан VC, клан, подмога, командный бой, давайте, командный бой посмотрим. Не найдено ни одной игры. Поиск доступных игр. Не найдено ни одной игры. Что за ерунда? Во, потенциальных игр найдено 30. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребят, ой-ой-ой. Сейчас зайдем, сейчас будем играть. Сейчас будем играть шикарно. Я за карту Free Fall. Кстати, это карта предзаказа. Вот, поэтому... Она крутая. Итак, господа, зашел я куда-то. Зашел я на какой-то сервер. Сейчас мы с вами просто посмотрим, что здесь есть. Кстати, ребят, я даже не знаю, что это за карта. Я даже не знаю, что тут делать. И потому что я не играл. Не играл в мультиплеер Call of Duty Ghosts. Только один раз я играл, ну, чтобы проверить, что это вообще такое, что из себя представляет. И все. Больше я не играл в это. Итак, посмотрим. У нас есть выкладка 1. Командный бой. Да, графика так себе. Ну, ребят, это... Извините меня. Я, наверное, не буду сейчас на всю графику ставить, потому что, скорее всего... Говнюк, ты сволочь, тварь! Ну, наверное, они просто каждый день играют. Хотя... Хотя, чё ж я... Чё ж я отговариваюсь-то? Господи. Просто я мешок и нуб.
Окей, мы проигрываем. Опа, что это такое было? Со мной тут мастер Йода. Мейстер Йода, точнее. Я его убил, а кто-то меня убил. Фиг знает кто. А, нифига себе, как он увидел меня. Да, ребят, Call of Duty это, конечно, игра для таких людей, которые просто на реакцию, которые все это мясорубка. Ну, то есть, видите сейчас, как это все играется. Просто тут ДМ какой-то. Дэтмач. Вот, поэтому... Да, нужно привыкнуть играть в такую игру. Да, но у меня ничего не получается. Я надеюсь, вы меня простите. Просто... просто, ребят, я хочу вам показать, что это за игра, если вы вдруг почему-то не видели или... Ну, ни у кого не видели и не играли в эту игру. Но карты просто офигенно сделаны. Карты сделаны просто офигенно. Как? Как он меня убил? А, это другой, да, чел меня убил? Да. Да-да-да-да-да. Другой чел. Но у них и пушки какие-то другие, ребят, кстати говоря. Опа. Сколько у меня уже? Я одного убил. Да, я убил одного. И 6 раз уже умер, или 5. Не суть важно. Тут у кого-то... Нифига себе. У кого-то девчонка есть. Да я знаю, что мы проигрываем. Господи боже, ну просто дайте мне привыкнуть немного. Музыка какая-то. Командный бой. Осталось 3 минуты еще. Или нет? Приближается вражеский десант. Обнаружен спутниковый терминал. Окей. Второе место по счету, что? А, черт! А, видимо, я... Может быть, я на их территорию как-то пришел. Ну-ка, давайте сейчас попробуем немного... Кстати, у него Вермин винтовка была. Которую мы в Арме 3 с вами видели. Помните Арму 3, а, ребят? Опять же, в этой рубрике я в Арму 3 играл. Я вам показывал винтовку Вермина, черт возьми. Это было больно, женщина! Как ты посмела, черт тебя дери! Офигеть, просто подошла и... Ну или подошел, я не знаю. Так, давайте попробуем графику. Офигеть, я сейчас посмотрел, графика у меня почти на максимуме. Что это за фигня и почему здесь такая дерьмовая графика? Ах. Ну, видимо, да, видимо, это Call of Duty Ghosts. Ну, эта игра вообще произвела на меня очень плохое впечатление, как тогда, так и сейчас даже. Easy noob. Ну да, я нуб. Еще какой нуб, вот именно, именно здесь, в Call of Duty Ghosts. Ну, в общем, я не буду заходить еще раз на одну игру. Не-не-не, я выхожу просто из лобби. Извините меня, ребят, но я не буду в это играть. Это просто на любителей, я так скажу, это на любителя. Любителям Call of Duty, конечно. Я вот всегда, всю жизнь, я любил в Call of Duty только сюжет и вот, ну саму вот эту вот игру. Одиночную, прохождение миссии и все такое. Вот, по сюжету. Вот это было всегда круто, потому что они всегда нанимали каких-то крутых чуваков, которые всегда, ну, которые сценарии для фильмов писали, боевиков, блокбастеров. Это, блин, просто круто. Да, у Call of Duty всегда вот сюжет, он офигенный, всегда, абсолютно всегда, в каждой серии, в каждой части этой игры. Даже здесь, даже в Call of Duty Ghosts офигенный сюжет. Но сетевая игра, не знаю, мне что-то просто не нравится, походу, ребят, просто не нравится. Ну, я надеюсь, вы меня простите за это, простите за то, что мне не нравится Call of Duty. Я надеюсь, вам понравилось это видео, я надеюсь, вы поделитесь им с друзьями. И подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А с вами был Том и рубрика «Мои Steam игры». До следующих видео, друзья. До следующих видео.